Эстафету эко-марафона «В чистые берега» принимает река Печора. Предприятия организации города вышли на уборку мусора береговой полосы. Традиционно акцию поддержали и сотрудники «Лукойл-Коми». Яна Валеева – истинный борец за чистоту природы. Девушка постоянно принимает активное участие в уборке городской береговой территории и лесополосы. Находясь на пикнике, всегда во всеоружии – перчатки и мусорные пакеты. Яна уверена, если каждый будет следить за собой и не мусорить, получится избежать массового загрязнения природы. Как-то мы с ребенком приезжали на пляж, и я обнаружила очень много мусора. Было неприятно отдыхать в данном месте. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Такого правила придерживается Александр Муравьев. Мужчина уверен, если люди будут дальше относиться халатно к окружающей среде, в ближайшем будущем мы будем жить в большой свалке. Хочу сказать, что не один день в году должен посвящен быть уборке мусора. Это должно быть у человека записано уже в голове с малых лет. То есть я считаю, что необходимо всем воспитывать детей своих правильно, элементарно мусор не бросать, где попало, а выкинуть в урну, мусорку, там, куда следует. Ежегодная акция «Нашим рекам и озерам чистые берега» направлена на улучшение экологической обстановки. Участники очищают водоохранные зоны, причалы и берега от грязи, мусора, отходов производства и потребления. Сотрудники нефтяной компании «Лукойл-Коми» традиционно принимают в ней активное участие. На самом деле эта акция проходит у нас, получается, один раз в год, но мы, как от молодых специалистов, постоянно выезжаем в леса, убираем мусор, какие-то, собираемся и куда-нибудь, не только берег, получается, у нас и лес тоже отдыхают так, что потом мусор за собой много оставляют. Мы, получается, постоянно устраиваем такие мероприятия. Добавлю, в 2019 году за время проведения акции было очищено более 40 километров береговой полосы силами более 600 человек. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».